столь большой поток приходящих сюда людей связан с одной из главных наших святынь. Это могила, место упокоения преподобного Серафима Вырицкого. И 1913 год, год закладки, это год для дореволюционной России весьма значимый, потому что в этот год Российская империя праздновала 300-летие правящей династии, 300-летие дома Романовых. Было решено построить храм во имя Казанской иконы Божьей Матери, потому что именно этот образ во многом связан с историей царской фамилии. Ну и, конечно, этот храм было решено сделать деревянным, чтобы как бы он отсылал нас как бы в то стародавнее древнерусское время. Были собраны необходимые средства, было организовано так называемое братство во имя Казанской иконы Божьей Матери, на имя которого, на имя братства была приобретена земля, и все пожертвования поступали в фонд этого братства. Этому братству покровительствовал великий князь Иоанн Константинович, один из членов августейшей фамилии. Ну так, к слову говоря, это сын великого князя Константина Константиновича, известного поэта К.Р. В 1914 году наш храм был торжественно освящен. В нем начались регулярные богослужения, опять же, в теплый период. И так продолжалось до 1918 года, когда в годы уже проводившейся богоборческой атеистической политики здесь еще сохранялась приходская жизнь. И вот тогда-то, начиная с 18 года, в нашем храме уже стали совершаться богослужения и зимой. В 1930 году духовник Александр Невской лавры и иеросхимонах Серафим Вырицкий поселяется здесь, недалеко от нашего храма. И к нему приходят люди, которые знали его по Ленинграду тогдашнему, а потом все больше и больше людей узнают о нем, и они приезжают сюда, в Вырицу, для того, чтобы получить благодатную помощь для совершения своей христианской жизни. И подвиг батюшки Серафима состоит именно в том, что он явился для нашего народа вот таким основанием, таким оплотом. В 1938 году храм был закрыт, и здесь был образован так называемый клуб Асавиахим, советское военизированное общество, которое было предшественником ДСААФа. Один из старейших наших прихожан еще помнил, как их сюда призывниками до войны водили и показывали здесь в храме кино. На хорах был установлен кинопроектор, а иконостас был задрапирован. Иконы почему-то не вынесли. В 1941 году в Вырицу вошли немцы. И по просьбе местных жителей храм был возвращен верующим. И здесь более-менее регулярно стали совершаться богослужения. Огромное содействие, конечно, возрождению религиозной жизни на оккупированных территориях оказала так называемая Псковская духовная миссия. Оккупационные войска, которые были здесь расквартированы, даже они приходили сюда молиться. Почему? Здесь стояли румыны. Недалеко от Гатчины были расквартированы так называемые части Хиви. Это наши соотечественники, которые согласились добровольно помогать немцам, только бы избавить народ от этого усатого вурдалака. Немцы оружие им не доверяли, им доверяли только хозяйственную работу. Они приходили сюда и они молились здесь, в этом храме. Что касается послевоенного периода, достаточно долго храм относительно благоденствовал, в том смысле, что над ним не нависала угроза закрытия. И в 60-х годах, хрущевская оттепель, конец 50-х, начало 60-х годов, мы знаем, что политика советского государства опять изменилась в отношении к церкви, и храм решено было закрыть. Тогда группа наших прихожан, которые прошли войну, имели даже звание Героя Советского Союза, поехали в Москву, добились приема у Кураедова, был такой партийный деятель, он занимал пост
председателя Совета по делам религии. Была такая организация, представитель министров СССР. Они добились приема у Проедова. Ну и как-то вот им удалось все-таки отстоять. Храм 60-е, 70-е годы. Ну, говорю как вырицкий житель, да. О нашем храме знали не так уж много людей. В 2000 году преподобный Серафим Вырицкий был прославлен. На его могиле была сооружена часовня. И вот очень многие люди приезжают сюда для того, чтобы помолиться преподобному Серафиму Вырицкому и поклониться его могиле, попросить его благодатной помощи, попросить крепости духа, который Господь дает нам по молитвам вот этого праведника. Ну и, конечно, в преддверии столетия храма и в связи с тем, что количество людей, приходящих сюда, заметно возросло за это время, решено было в последние несколько лет провести реставрацию храма. Трудами нынешнего настоятеля, протоиерея Георгия Преображенского и всех тех, кто помогал и помогает ему в деле благоукрашения нашего храма, была проведена колоссальная работа. Храм был очищен внешне и внутренне от копоти. Была заменена кровля, были исправлены те архитектурные ошибки, которые были допущены предыдущими людьми, которые пытались реставрировать, да, не имея на то ни достаточных средств, ни, к сожалению, достаточных знаний. Очень много сделано для вот территории вокруг храма. Все вот то, что мы видим, это все трудами наших прихожан и людей, которые вот заботятся о том, чтобы вокруг храма было красиво и интересно. История храма стала многом историей и летописью нашего земного отечества. И она, эта история храма, вместила в себя не только важные события в жизни людей, государства, общества, но и то огромное влияние, которое через эти события Господь оказывал